Всем привет, друзья! Сегодня день космонавтики, и поэтому я хочу нарисовать космос, планеты, космическое небо. Нарисую одну планету полностью, а вторую кусочек, как будто бы она не поместилась. Сначала набросаю карандашом две эти планеты и начну заполнять краской. Космос я рисую совсем не часто, но раз наступил такой замечательный праздник, я думаю, будет очень символично нарисовать что-то, связанное с космосом. Начинаю с черного цвета. Края холста рисую темной черной краской. И, кстати, да, я рисую на холсте акриловыми красками. Края утемнила, дальше немного усветляю. В черный цвет добавляю больше синего, затем голубого. Чем ближе к планете, тем небо светлее, белее даже, освещеннее. В правой стороне неба не делаю просто черное пятно, а сделаю такой, ну, наподобие Млечного Пути, что-то вроде такого ночного сияния, как северное сияние, если вы видели, то оно с различными переливами, и вот здесь у меня будут зеленые переливы с голубыми, исчезающие в черном небе. Я думаю, будет красиво смотреться. Возле правой планеты я закончила делать фон, сделала его просто светло-голубым. Возле левой планеты, там уже делаю по-другому. Сверху у меня будет светло-желтый такой возле планеты цвет, дальше он переходит в красный, коричневый и черный, исчезает в небе. Довольно такое яркое свечение получается от планеты. Я думаю, это очень будет выигрышно смотреться. Ну и к низу тоже у меня будет переходить в бело-светло-голубой цвет. Космос всегда такое что-то таинственное, что-то неприкасаемое, невиданное и очень такое фантастическое, фантастически красивое. Я постаралась сделать, ну, реалистичную картину, как будто бы это реальность, и ты смотришь действительно на эти планеты. Фон закончила. Добавлю звезд сразу. Немного звезд. Ну, для этого развела белую краску пожиже и с помощью зубной щетки и мастихина сделала такие брызги. Дальше перехожу к правой планете. Сначала делаю белый цвет, и затем перехожу в синий, в голубой и такой черный. Первый слой краски наношу такой. Дальше начинаю утемнять. Уголок будет прям совсем темный. И дальше решила я не кистью, а пальцем, мне показалось, так будет удобнее. И пальцем намечаю такие участочки. Где-то они будут черные, где-то синие, где-то белые. Но пальцем мне показалось, оно немножко не той текстуры получается. Перешла на губку. Губкой мне тоже не понравилась, не та немножко текстура. Далее взяла кисть потолще, более яркие акценты нанесла краски. Добавила еще зеленый. Получается у меня черный, синий, зеленый и белые цвета. Кисточкой я сейчас просто наношу ярко краску.
Но затем я посмотрела, и как-то оно получается размазано, что ли. В общем, не то я хотела видеть, я бы хотела более все-таки что-то такое однородное, сглаженное видеть на этой планете. И поэтому я потом взяла тонкую уже кисть, и эти все мазковые движения, я их немного сгладила тонкой кистью. И тогда мне уже больше понравилось. Уже получилось более такое единое, плавное и равномерное. Совсем несложно это делать. Главное не перемешивать между собой краски. Чтобы белый оставался белым или хотя бы немного голубым, зеленый зеленым, черный черным. И тогда будет смотреться действительно красиво. И вот так вот получилась одна планета. Мне нравится, как получилось. Перехожу к левой планете. Центр делаю темным, черный с синим намешиваю. Сверху будет оранжево-красное, желтое, а снизу голубое, бело-голубое. Вначале цвета у меня перемешались. Абсолютно не так, как я хотела, но ничего. Сейчас я буду это исправлять по мере высыхания. Сначала просто определю приблизительно оттенки. Вот, немного уже начинаю определять. Снизу получается такое голубые переливы на планете. Получается, снизу он будет голубой, сверху желтый с красным. В середине черный. Вот добавляю красный цвет сверху. Пока что просто широкой, толстой кистью наношу краску. С левой стороны делаю свет, таким светло-желтым цветом. Снизу делаю тоже свет, белым цветом. Или бело-голубым, но немножко синего. И далее уже начинаю наносить текстуру. Взяла сначала такую среднюю кисть и мазковыми прихлопывающими движениями попыталась нанести краску. Мне это показалось, долго. Я решила взять свой родной палец. И пальцем уже текстура начала наносить. На этой планете мне уже понравилась текстура от пальца, которая получается. И поэтому я продолжила делать им. Начала просто разные цвета накладывать. Белый, синий, черный, красный, желтый. Все цвета постепенно начала наносить. То есть эта планета получается более такой рельефной, не такая сглаженная, как первая. Края должны быть светлее, внутри, в центре, потемнее. Верхний край я его совсем высветляю, делаю прям, практически белым. И верхний край же сглаживаю, как бы делаю единым с фоном, чтобы он слился, чтобы как бы планета немного сверху скрылась, чтобы край у нас пропал. И в завершении я рисую звезды, какие-то сияния. Звезды здесь нарисую такие вот жирными, круглыми и со своим свечением вокруг. То есть от них идет свет. Они же здесь ближе находятся, и поэтому они должны быть крупнее, чем мы их видим. Но я также нарисовала просто звезды с крестиком и звездочкой. Мне лично очень нравится. Космос получился такой вот именно завораживающий. На него хочется смотреть. Именно издалека я советую смотреть на эту картину. И как раз получается, что планеты, они исчезают именно. Их поглощает небо, черная ночь. И они смотрятся, красиво. Мне нравится, как они смотрятся. Немного добавила брызг зубной щеткой. И картина готова. Также подписала. Очень редко картин я подписываю, но это решила подписать. Рисуйте с большим удовольствием. Желаю вам хорошего настроения и до встречи в комментариях. Всем пока-пока!